Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем. По картам четко видно, что совсем скоро у Аллы Борисовны появится внук. Событие безусловно радостное и, можно сказать, долгожданное. Она окружена детьми и положительными эмоциями, в ее жизни много приятных хлопот, связанными с воспитанием не только своих малышей, рассказала Дниру потомственная ведунья, предсказательница, таролог Саона. Семейные дела немного отвлекут небольшого скандала, считает гадалка. В ближайшем будущем возможна некая конфликтная ситуация и недопонимание с деловыми партнерами. Это может спровоцировать сложности в работе. Ситуация разрешаема, но важно сохранять внимательность общения с этими людьми. Вероятно, что Алла Борисовна примет решение ограничить связи с этими людьми, что в целом будет верным решением, предупредила она. Что касается семейной жизни, то ведунья уверена, в их доме все спокойно. Правда, я не вижу какого-то постоянства. Пара то вместе, то раздельно. Я бы даже сказала, что муж больше навещает семью, нежели живет с ними, поделилась Саона. Дети растут очень талантливыми. Необычная и яркая внешность дочери Примадонны позволит ей в будущем пойти по стопам матери. Карты показывают ее актрисой, но с музыкальным уклоном. Она точно будет петь, возможно, станет актрисой мюзиклов. Что касается сына Аллы Борисовны, то я вижу его архитектором, его судьба будет связана с дизайном. Относительно здоровья глобальных проблем в новом жизненном году я не вижу. Однако хочу заметить, что необходимо придерживаться диеты и не злоупотреблять алкоголем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!